Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ролика хочу поставить на группу проекта Taranto Roleplay. Проект находится в разработке, но новости уже есть. Вы можете следить и читать о них в данной группе. Также проходит конкурс. Участвуйте. Все ссылочки я оставлю в описании. Следи за развитием сервера. И всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл. Вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазин Роллиплей. 7 сервер, у них здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мой ник при регистрации, пацаны. Итак, сегодня я еду покупать ту машину, которую очень долгое время хотел купить на 01 сервере. Но я не могу продать ни Мерседес, ни Ямаху. Не потому что никто не хочет покупать, а потому что я не хочу. С вами я, Расим Тагиев. Давайте улыбнусь. Да, пацаны, придется кабана выпустивать. Я, конечно, хотел его разыграть, но я что-то другое куплю. Випку куплю, короче, и куплю какую-то машину тоже для розыгрыша. Может, на блата какую-то. Посмотрим по бюджету. Сейчас жду чувака, он должен приехать на X5, на блатах. 3 икса, 3 тройки. Там у него стоит только нитро, по-моему. Диски и покраска. Но я его переделаю, потому что я его сделал таким, какой у меня он был в МТА, пацаны. Не знаю, вам, наверное, на ряде понравится. Он будет не бандитский, пацаны. Он будет реально охуенный просто. Он будет просто охуенный. Я вам покажу, как он будет. Сейчас жду, пока приедет чувак. И как только он приезжает, я сливаю кабана в ГОС. Так, вот он приехал, короче. 3 икса, 3 тройки. Давайте пишем sell car. И сливаем его в ГОС. Все, 300 тысяч государству. Так, давайте напишем... предлогай. 3 икса, 3 тройки, короче, вот. Но мне он таким не нравится. Я, пацаны, сделаю его конфеткой. Я сделаю реально его годным. Охуенным просто. Да, у него он без чипов, но мы это исправим. Мы это исправим реально. За 3.2 он мне сейчас должен его предложить, короче. Я просто еще очень давно хотел на первом серии купить себе X5 именно в этом кузове. X5M мне не нравится. Вот этот X мне нравится очень. Поэтому все заебись. Так, 3.2. Модель 400, да, все правильно. Тут X5M пишет, но это все хуйня. Принять. Тайм пишем, короче. И все заебись. Теперь перезайти надо. Так, вот я перезашел. Вот наш X5. Блин, вот вообще не смотрится ему этот цвет, вообще не идет, на самом деле. Сейчас я сделаю нормально, чтобы цвет у него был прям. Прям, ух, ебать он быстрый, я вам говорю, он такой дерзкий, просто быстрый, я вам отвечаю. На чипах, наверное, просто будет рвать просто все, что можно. Да, видите, он вообще без чипов, даже без одного чипа. Потому что он, по-моему, 130 где-то едет в стоке. У нас он где-то будет ехать 150, наверное. Ну, карпас у него целостность 88, в принципе, неплохо. Номера 3x3 тройки, BMW X5M. Ну, тут пишется. Ну, в новом паке, да, это BMW X5M, но мне в этом кузове очень нравится. Видите, он вообще, блядь, не едет. Я по-любому сейчас его чипану. Два чипа сразу воткну в него, чтобы он ебашил именно. Бля, я уже хочу доехать быстрее чипануть его, потому что он вообще не едет. Понимаете, просто гелик, не знаю, вот был бы выбор купить гелик, либо этот. Понимаете, я выбрал X5, потому что, блядь, ну гелик мне не нравится, он вообще медленный. Ты его даже чипанешь, но он не будет ебашить. Он не будет ебашить. Понимаете? Крузак, если чипануть, он будет ебашить. X5. X2 не будет ебашить, потому что у него тоже максималка маленькая. Потом гелик тоже не будет, пацаны. А X5 просто мне нравится. Я очень давно хотел его купить себе на первом серваке. И вот я купил его на 7 сервере, пацаны. Да. Новая жизнь продолжается. Как бы я продал бизнес ГОСТу, не знает, и... Все по новой начинается. Новый дом купил, новую машину вот купил, новый скин купил. Все по новому, пацаны. Все как надо. Давайте заедем сейчас в СТО. Я протяню тачку, полностью сейчас перекрашу. Просто сейчас... Давайте сейчас внешку сделаем сначала, я думаю. Можно было вообще на него гидравлику поставить, но я думаю, это будет перебор. Так, сначала перекрасить. 168.0. Вот, да, вот такой вот цвет красный, прям надо красный просто. Покупаем, 30 тысяч, окей. Потом, диски. Диски, надо атомик нам, по-моему, да? Ого,
да. Это оно, пацаны. Уверенно просто смотрится уже. Гидравлику, наверное, мы не будем ставить. Осталось только чипы. Чипы у нас сколько стоят? 750 тысяч один чип стоит. Дороговато, дороговато. Но почему бы и нет? Один чип ставим и второй чип ставим. Все, у меня остается 4 ляма. Ну, тоже довольно-таки неплохо. Сейчас посмотрим, как он будет ебашить, пацаны. Просто посмотрите разницу. Он ехал сколько? 104, да? Да, 104. Окей, окей, пацаны. Не знаю, мне вот таким он очень нравится. В МТА у меня такой X5 был. И он мне очень нравился. И вот здесь тоже он такой классный, блин. Сейчас просто будем ебашить на все бабки. Сейчас попробуем с перекрестка ебануть вот этого. Сейчас будет зеленый, блин. Тут разнать его толком не будет где, наверное. Хотя, сейчас посмотрим. Сейчас зеленый загорится просто. Тапку в пол даем. Сколько он разгонится, сейчас посмотрим. Так, 126. Ух ты, ебать. 140 или сколько он едет? 140 вроде. Я засек 140 только. Так, давайте здесь еще разгонимся, может. 140 было. 139. 143. 143 он едет, короче. Ну, почти 150. Но зато он ебашит, блин, пацаны. Можно вообще еще гидравлику было бы поставить, но я этого делать, наверное, не буду. Гидравлику я ставить не буду. Теперь у меня есть бэха с номерами 3 икса, 3 единицы. И еще одна бэха, это X5. Вот, тоже 3 икса, только 3 тройки. Еще осталось собрать тачку 3 икса, 3 двойки и... Ну, я шучу, конечно, нахер она мне нужна, в принципе. Но так, блин, X5 просто кайфный. Реально просто по кайфу. Давайте, наверное, еще в казик заедем по бурику. Может, бабок поднимем. Так, я, короче, в казино доехал уже. На иксе. Погнали в казе, короче, я думаю. 5000 ход, я шелохался, да. Ну, блин, походу в казике никого нету, кроме того чувака. Или есть? Ну, хз. С ним тоже играть не особо хочется, потому что, бля, он немного крысит. Поэтому, да. Кто у меня теперь две тачки хороших? Это BMW X5 и BMW M5E60. Просто от души, реально. Блин, ну не с кем здесь поиграть, на самом деле, вообще. Онлайн сейчас 125. Блин, пацаны, поднимайте онлайн, заходите на сервак, тоже вместе со мной играйте. Потому что, как бы, как-то маловато онлайна. Вообще, очень мало. Сколько? 200 тысяч. Давайте пробуем 200 тысяч, можно ебануть просто. сорок тысяч. Проебал. Окей. Я вообще-то на 200 тысяч играл, дружище. Слил, ты вы прикиньте. Давай на лям, ладно. Сейчас на лям ебанем, короче. Отказался, бля. Вот, конечно, да. На лям не хочет, дружище, играть. Ну ладно, это уже его дело, в принципе. Так, на 200 еще кидаю. Ну, ничья. Давайте еще раз на 200. Если сливаем, то уходим. Лучше 4 ляма пусть останется у меня и все. Все, в принципе, можно выходить, я думаю. Слили просто 500 тысяч или сколько мы там слили. Я думаю, этого достаточно будет. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заводите дитмоник при регистрации. И всем пока-пока.